Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, у нас дракон месяца, это дракон Рак, ну и я его уже получил на самом-то деле, мы сегодня этим и займемся. Так, что вы тут летаете, а ну-ка давайте посмотрим, у нас уже таймер у меня уже обновился, да, мне осталось еще полтора часа, чтобы это дело выполнить, 6000 очков, я на 350 месте, ну где-то вот почти до 700 я дошел, как бы на 1400 я даже как бы и не целюсь, они мне как бы... Не особо надо, пятно прикольно выглядит. Так, ну, хроном по нигу я даже не рассчитываю. 300, это даже 120 собрать не получается. Так что дела вот пока вот такие идут. Давайте мы сейчас его как раз-то и высадим. Хотя, давайте сначала сейчас вот этого выполним задание по кормлению. Нет, сюда не надо. Он у нас пойдет на мусор. Давайте посмотрим, у нас еще клановое задание, что идет. Вот я, кажется, тут кое-что выполнил. Черт, проклацал так быстро, что... Так, завоюйте рудники на карте. А, вот. Это нам не надо. Рудники на карте. Это нам понадобится. Вот, давайте... Раз я уж сюда зашел, сейчас по-быстрому завоюем два рудника. Кстати, это тоже идет же за счет битвы. Нам нужно еще выполнить битву на 300 очков. Нет, или на 250. Нужно потратить 12 баллов. Так, вот еще рудничок. Ну, это легкие руднички. Ничего себе, выжил один. Так, да, задание мы выполнили. Валим отсюда. Еще два рудника на карте. Ладно, пойдем потом. Сейчас давайте вот этого парня покормим. Уровень на 12, чтобы выполнить лимит. Если он не увеличился. 300 стал. Подождите, это он увеличился. 4 балла это 100, плюс 4 это 200, и плюс 4, не, все правильно, 12 баллов. Так, вот все. Продаем. И идем так. Эти шарики тоже, в принципе, не мешало бы нам половить. Вот задание по сбору золота лучше бы дали. В клановом задании. Нет, все равно-то его нужно выполнять. Так. Снайперские выстрелы мышкой. Так, там у нас бушует Хронос, хочет на свободу, но пока что освобождать его незачем. Не тот дракон. Вот наш дракон. Такие у него какие-то хелицеры. А, ну он же рак, он больше похож на какое-то насекомое, я бы сказал. Так, давайте его разместим сюда. Вот первый наш дракончик из этой троицы выполнил. Так, ну я сейчас не особо активно. Мне как-то после какой-то там акции... А, с хронобогами, по-моему, меня так легенды Дракономании немного утомили. Так что я так не шибко активно, как вы заметили, сейчас играю. Но, тем не менее, стараюсь заходить регулярно. Ну вот, по крайней мере, в этой акции, видите, участвую. Опять давайте его покормим. Ну так, не шибко сильно. Потому что мне нужно будет через полтора часа его докармливать. Ну вот такой вот дракон прикольный. Значок инь-яня у него. Так, вы можете спросить, кого я вывожу сейчас, да? Сейчас я вам расскажу об этом. Оп, оп, оп. Вот такая вот у нас комбинация, ребятки. Это у нас... Блин, все время забываю, как зовут этого инопланетянина с глазом. Да. Но это колдовское выведение. Это колдовское выведение... Механизма, по-моему. Да, так у нас... Да, вот это вот. Колдовское выведение механизма. Просто он прикольно выглядит. Это та тварь, которая у нас типа на карте. Да, механический дракон, да, викинговский. Или как там его. То есть вот его я вывожу.
Вот это вот они. Если мне память не изменяет. Да, вот. Чужой и броня. Вот я уже сделал несколько комбинаций. О, кстати, через минутку она у нас освободится. Это хорошо. Что у нас здесь? Давайте соберем котел. Соберем котел. Так, и давайте на карту нужно нам выполнить еще два рудника. Да, вот, кстати, вот этот механический змей. Вот он. Гаденыш тут. Мини. Зовут его Мини. Так, ну а мы будем тут где-то руднички завоевывать. Еще два. Готово. И готово. Ну да, пока что рудники тут довольно слабые. Задание выполнено. Это неинтересно. Вот это давайте поставим. Так, кому-то может что-то нужно дать. Кто-то что-то просит. У меня 7. Ну давайте отдадим. Вот так пусть будет. О, и этот уже готов. Авокадо получился. Так, ну 200 очков из 300 мы получили. Это уже хорошо. Код дружбы 5B0F59. Ребятки, кто вдруг не добавился еще в друзья, добавляйтесь. Я тут пока немножко золотишко подсобираю. Кстати, еду тоже же нужно собрать. Я ставлю двухчасовую еду. Так, давайте тут золотишко еще соберем. Шариков тут разлеталось. Надо сейчас заглянуть, какой я там лимит выполнил. Мультипосадочка. Ну, такое дешевое, на 2 часа. Тут главное, чтобы по времени. Так, давайте смотреть, что у нас тут. Немножко золота сейчас дособираю. И еще, ну, битвы и немножко существ поймать. Уже почти 8000. У нас уже есть, отлично. Так, что еще скажите, что я до сих пор золото не выполнил? 8 штук осталось. Но я просто не хочу все до конца золото собирать. А, мне еще там. А, мне есть еще один остров. Просто если вдруг появится опять сейчас какое-то клановое задание, типа собери золото, чтобы не пришлось мне ждать. Так. Так, ну, теперь вообще все шикарно, да? Да, здесь все. Ну, битвы выполнить, это мы успеем. Давайте пойдем тогда на колдовскую арену. Нас тут немножко отбросило. Давайте искать себе противника. Так, ну это будет какая-то изи-катка. Наверное, возьмем сюда мы Миху. Помчали. Три битвы желательно здесь провести, одержать победу. С
44-й, да. Зернышко. И... па, легкотня. Классик. Так, у меня тут уже почти 250 миллионов, я мог бы купить новый остров, но вот дело в том, что он мне просто не нужен. У меня нету лимита, чтобы размещать там жилища. Так. 53-й на все звезды. Как-то не очень уверенно. 55-й на все звезды. Пятьдесят восьмой. Блин, ну сколько их там таких? Вот в чем вопрос. Ну давайте заглянем. Ну, надеюсь, их там мало. 1-2 таких мощных. Ах ты ж, ё-моё. Так, яд, легкотня. Надеюсь, там был, это был последний. Единственный, самый сильный. Черт подери. Нет. Джунгли крепкий попался. 58-й на все звезды. 56-й еще идет. И еще 56-й. Ну, что поделаешь. Ну, вроде как все нормально, успеем. Ух, еле хватило. Боевой сундук. Вот так вот. Так, блин, все дракончики мои полетели. Так, давайте смотреть. Минус 16, в принципе, нам такой, такой дракон подходит. Берем Анубиса и мчимся. Пятьдесят пятый, давай. Легкотня. И легкотня. Не Хроно Эрлайн 6. Так, 56-й, ну можно взять Трабла, он должен справиться с этим делом. Там, по идее, один такой крепкий. Huh.
Так, где там наш самый крепкий дракон, воздушный шар? И последний будет самый крепкий. 56-й. Но он, по идее, не должен нас пробить. Отличненько. Вот такие, в общем-то, были у нас дела, ребятки. Так что все у нас в порядке, дракончики живы. Так что подписывайтесь на канал и ставьте, не забывайте ставить колокольчик, нажимайте, чтобы вам приходили уведомления, когда выходят новые видео. То есть без колокольчика можете пропустить. На этом все. Всем пока.